Друзья, всем привет! Сегодня выехал на рыбалку на озеро, ну местно скажу, называется Браздечина или Бородулина, кто как называет. Такое вот шикарное место. Ну, я здесь был недавно, с сыном ездили, отлично половили, но видос задержится, так как флешка моя уехала, не знаю, когда приедет, а там осталось все видео. Ну, короче, вот место сделано красивое, беседочка, здесь вот стою рядом забетонированное кострище, стол разделочный и березняк по кругу. Вот видите, такая поляна. То есть приехать отдыхать вообще милое дело. И сразу в озеро. Вот там будем ловить. Ну, место сейчас я сниму. Ловлю с мостика, с такого. Зачетная рыба ловится. Подлещик в основном. Лещ проскакивает иногда. Вот, был сыном, 7-летний сын. 17 диалов поймал. Много сходов у него было, потому что, ну, сами понимаете, в 7 лет. Ну, 17 подлещиков поймал. Ну, сегодня мы половим. Я думаю, нормальный улов будет. Так что не переключайтесь. Думаю, будет интересно. Ну вот, друзья, сижу в таком красивом месте. Напротив леска. Озеро в этом месте как бы узкое. Можно даже рукой закидывать за корм к кормушке. Ловлю я на пенопласт, а прикормка пшено с кукурузной крупой, мешанная с прикормкой со вкусом марципана. Как бы прикормка в прошлый раз показала себя неплохо, решил еще раз попробовать на нее. Ну вот, начало проклевываться, несколько поклевок подряд. А так проходилось по полчаса ждать поклевку. Вот такой. Такие подлещики начали попадаться. Ну вот очередной подлещик. Такой. Рыба поклевывает. Будем ловить. Ну вот очередная поклевочка, и у нас вот такой, можно сказать, стандартный подлещик. Вот такая пара красивая здесь обитает на озере. И очередной трофейчик. Такой мерный идет. Ну все, ловим дальше. Долгожданная поклевочка произошла, и он уже такой немного покрупнее. Приятный уже такой попался. С мостика с такого ловлю. Сегодня ветер такой, рябь. Вот наша беседка. Ну все, будем дальше. Вот такая красноперка, не удержать в руке. Одну уже упустил, когда хотел снять. Вот такая на солнце сильноватая. Красненькая, красивая. Чтобы показать, чтоб ярче было. О, золотистая. Ну все, друзья, добрался вот до машины. Там не стал подводить итоги, потому что понаехала и деревенских детей купаться, наверное, и так отдыхающие, наверное, с ночевкой приехали, палатки ставили.
Короче, не стал я им показывать, чтоб меньше видят, лучше спят, а то понаедут здесь. Короче, отлично половил сегодня. Капризничал сначала с утра, подлещик не хотел выходить, плотва там красноперка, кое-где проскочит подлещик. Но ближе уже к обеду, где-то, наверное, 10:30, все-таки я его раскормил. Вышел подлещик, не успевал закидывать. Подлещик мерный, одинаковый практически, там немного больше, немного меньше. Было пару штук таких хороших, но не лещи. Лещ вообще не вышел сегодня. Так что вот, ну сейчас покажу вам ведерко. Практически ведро набил и поеду домой. Ну, все. Все, открыл ведро, бляха, повыскочила рыба. Короче, ну вот такой был, немного покрупнее вот такой шел, уже практически лещ. Короче, видите, ведро 12-литровое, ну чуть-чуть не хватает, 10 литров, так скажем. Подлещик, ну вот такой, это средний, вот он. Практически весь такой шел. Ну, было вот несколько таких покрупней. Вот таких хороших, можно сказать. Ну, плотва, красноперка в основном выпускал. Ну, где покрупнее такая была, оставил. Посушится. Ну, все. Погнал я домой. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну, и до новых встреч на копе или рыбалке.